Очки Хармони! Меня с Хармони забрали! С Хармони! Данечек, хорош! Я на Хармони его посадил! Я ухожу с игры! За что мне все это? У Кентухи сегодня голды не останется, походу. Здорово всем, ребята! Кентуха на проводе! И мы прямо сегодня будем покупать скины, с которых меня замочат ютуберы! Ютуберы, поздоровайтесь! Всем добрый, чуваки! Все, салемчик! Ой, я запись забыл включить, пацаны, я включаю запись, не стыдь. Пацаны, я надеюсь, у вас дешевые скины, скажите мне только одно. У меня сейчас USP Genesis, если ты не против. Какой USP Genesis? Все, пацаны, расходимся по разным войсам, я начал потеть. Ох, мужики, это полная габелла, мне страшно. Так, кто играет за меня? За меня играет Глент и Ред. Брат, ну ты киберспортсмен, надеюсь. Погнали, мужички, давайте ему чисто вот с первого раунда что-то дорогое. А блин, мочи его с USP Genesis, короче, с первого раунда. А давайте, может, на ножик его посадим? В первом раунде, на нож, погнали. Блин, опа, кого слепит тот бот? Ой, блин, меня слепило. Так, найсик. Ой, пацаны, там их двое. Я думал, это Кент, это Глент. Что? С чего ты его забрал? С чего? Друзья, друзья. Я думал, от кабины. Нет! Что? USP Mirage Statrek. Это сколько стоит? USP Mirage Statrek. Погнали дальше в катку. Так, ребята, в этом раунде я беру дигл. Не спрашивай, почему у меня именно такой дигл. Я не знаю. Все, мужики, ё-моё. Капитон, Ври, Кобовин, они все против меня. Это заговор. Ой-ой-ой, друзья, ну отлично. Вообще, пока что халявочкин. Покажи юспик свой, я так и не понял, чего за юспик. Да у меня P350. Ты что не взял? Так потому что не было юспата, чё, ровно. Ой, хедшотик жестокий. Там Обовин, отвечаю вам, там Обовин. О нет, ребята, мои тиммейты. А, да, забрал Бомина. Ой, я страха выпросил. У вас есть какие-то дорогие скины прям? Прям, не знаю, Nameless. Дал флешечку, дал флешечку. Давайте, он забрал меня, я ему дал шанс. Ваш шанс теперь. Где? Откуда, где? Откуда инфа? Он в нычке. Какой? Он испарился. Что за фигня? Какой? Где? Сзади, вот. Серьезно? На нож посадил. Да не, хорош. Прошу. Нет! Что? М9 Bayonet Gamma! Вы серьезно? Да вы ненормальный, только второй раунд! Погнали покупать! Ножичек, по-моему, стоит 10 тысяч, да, вот этот? 6К! Ой, мужики, я тупо нищий, у меня 1,5 косаря осталось. Ох, погнали обратно в катку, надеюсь, больше не сольюсь. У меня М40 монстр! У меня тоже! М40 монстр, смотри! Нифига! Так, ребята, я могу сказать только одно. Очень плохие дела. У меня очень плохие дела, потому что, во-первых, я волнуюсь, потому что у них прям нереально дорогие скины. Ну кто от флешки по мне кидает? Забрали! Опять! 100%. А у него есть только голды? Он вообще бы не позвал, если бы не хотел. Реально, ой. Фомас Энджер. Это просто нечто нереально. Как в это играть? Опять меня забрали. О, вот такие скины нормалек. Вот с такие скины я не против сливаться. Обратно в игру погнали. А давайте, кстати, может тянуть раунды, чтобы больше раз его... Но мы можем вторую карточку его запустить и забирать еще. Че думаешь? Если он, ему не понравится, что он мало разорился. Я, конечно, все понимаю. Но это прям перебор. Как же это жестко. А где мой КРТХ статрек? А, блин, я буду применил дешевые скины. Данек, оценочку. Оценочку скинчика, Данек. Сколько стоит? 1005? А, я, кстати, не помню. Так, ладно, ребятки, все. Поехали. Я не знаю, что делать. Ха-ха-ха! Тут еще кто-то есть. Это оплэнт на басике. У меня кент. Ай, что за флешки? Да, -2! Имба! Имба! Возможно, мы еще выиграем! Капец, он заряжен, когда понимает, что может слиться. Да, тут все у него тиммейты заряжены, они что, все покупают скины? Нормально, помню, нас забрали, остался не Рикардо. Рикардо, я думаю, мы сможем забрать. И Рикардо находится тут. Я тут? Рикардо, носком. Да, но я пытаюсь! А, он один там, что ли? Так, чел, ты иди первый. Ох! Ничего себе, у него была ВМ-спорт! Сзади, Олембо! Дай со всех сторон! Да я ж попал! Нифига, они тебя не могли вдвоем забрать долго. Фух, мужики, как же хорошо, что я начинаю играть. Ну что же, счет 2-2, и мы с вами красавчики! Давайте бросим флешечку, я их запушу. Найсик, они слепые. Нет! Забрали -1 Бовин! Найс! Я тащу, пацаны! Да, я пошел с ножом на кента. А что за лаги? Как кентухи повезло. Почему -28 хедшот? Я в офиге. Тут где-то Рикардо. Где Рикардо? Рикардо, домой, ребята! Ура! Я ничего не покупаю! Как же я рад!
У вас нет ощущения, что Кентуха себе команду специально собрал под ролик? Так да, я о чем говорю, там все было заранее задумано, заготовано, что-нибудь понимаете? Мы просто ждем М40, чтобы нам сатрек выпал. Так, ну что же, в этом раунде я беру обратно Кенщика. Ребят, кажись, я разыгрался, я отрываю баткабины! Тихо, ты тупо выиграть, он Алину! Погнали, бритва! И просто бегу в тупую пушу. Нет, нет, нет! Перецера, я вру в статрек! Рикардо, я твой рот трупа шатал! Ты вообще ненормальный! У меня Хармони, я хочу на нож его посадить. С Хармони? Попробуй. Че, псих, что ли? Ну да. Ну, а я почти троих забрал. Идемте покупать! Ну за что, Рикардик, 3200? Нет! Ох, какой тильт. И как назло, счет 3-3. То есть, в теории, если мы победили в 6 раундов, уже счет был бы 6-0. А так катка только начинается. Обалдеть. Так, у меня эмочка снова на 300 голды. Я могу тебе подороже дать, Данек. Ой, дай, посмотрим, что там. Пацаны, скидывайте мне дроп. Я сзади, я сзади. А, так это поплэн, вы что тут делаете? Мы обмен скинами делаем. Аккуратненько. Да, мой! Блин, ребят, ну походу мы выиграем. Уйдите, уйдите, мужики! Забрал! Минус 2! Я не знаю, как это сдал! Дефаем, дефаем. Он в дуге, в дуге. А кто-то дефает? Через смок, через смок. О, фига, Кент, смок прошил. Ой, Кентик. Тихо, тихо, чекайте, чекайте, идеально. Там кто-то дефюзит или мне показалось? Раз дефюзил! Обомен! Вот Абовин бессовестный раздефюзил дыму. Не, ребят, мы такое не прощаем. Мы за такое очень жестко наказываем. А, так, есть инфа, Кент, где Кент? Я ему... А минус 23 я ему... Я не знаю. Привет. Вы видели, какие у них скины дорогие? Ты чего гонишь? Ты его сейчас разоришь полностью. Танечек. Ай! Я хотел на Хармони. У него точки Хармони были! Мать моя женщина, что происходит? Короче, братва, предлагаю в этом раунде брать АВМ. Ханоми тиммейт играет 0 на 5. Глен, слышишь? Иди снимай видосы с Ладом 4. Тебе еще рано играть в Stand of 2. Ой, я кента на нож посадил. Нет! Опять Стинг Шроуд! За что? За что? Блин, меня забрали с ножичка! К сожалению, на рынке только один Стинг, поэтому, ребята, мы покупаем опять-таки рандомный ножичек. Ну что же, окей, серия назови рандомное число от 1 до 100. Это цифра 73. Считаем с конца, значит должна быть 27, правильно? 26, 27. Ух. Купили. Больше не сливаемся, я себе запрещаю. Это полная фиаско. Это просто полная фиаско. Как же это дорого, за что мне это? Ну и конечно же, они побеждают. Но мне повезло, что мне еще не замочили самых дорогих скинов. То есть у них же есть скины еще дороже. У них там есть М40 Моцарт, статрек. У них есть там тычки Хармони. У них много что есть. Первым делом бросаем дым. Все, дым бросили. Идеально. Где они? Не, М4 Самурай обалим! А плыту чего? Ой, кентуха куда пошел? Он же кента. Я его разорил просто на 100 голды. Ну хоть у кого-то нормальные скины. Покупаем. Не, мужики, я, конечно, все понимаю, но это вообще ни капли не смешно. Они тупо нашу команду в нулину развалили. Может, потянем раунда немного, чтобы больше киллов дать? Давайте, короче, кентуху если забираем, то сливаемся после этого. Спина, спина, спина! Спина! Ху-ху-ху! Нет! А, это Аплен. А, вот он. Нашел. Я нашел. Еще. Ай, тиммейт его... М4-1 Китсуны, фу. Иди сюда, 23 голдишка, это приятно. Команда, соберитесь! Пацаны, по той же тактике не отдаем кентуху тиммейту и забираем сами. Блин, надо бы на нож кента. Тише, тише, тише. Нет! Нет! Минус 2, минус 2. АКР Steel Grip. А, он в дуге, братва, он в дуге. Блин, я мог... Я искал его ника, это Кент был. Блин, братва, это я должен купить рандомный АКР. Опять меня слили, вы задолбали уже. Рандомный АКР. Ну что ж. Окей, Сири, назови рандомное число от 1 до 30. Прошу, прошу. 13, 13, 13. Считаем. 1, 2, 3, 4. Так, 4, 8, 12, 13. АКР Фабрик Шторм, это тоже дорого. Ладно, покупаем.
Ну что же, мои уважаемые подписчики, а где же взять голодишечку на такие затратные видео? Это реально очень затратные. Вам надо просто залететь на полдропчик, поднять голодишечку, открыть новые кассики, сделать какой-то крафтик, апгрейдик, все к вашим услугам, и поднять голодишечку так, как это сделал я. Также там есть кибетишечки, фармишь кибетишечки, меняешь их, и получаешь совершенно бесплатно топовые скины. И сверху на башке есть два секретных слова. А одно тебе дает дополнительный процентик, а второму ты получаешь бесплатный контейнер. Ну что же, братва, все нужны ссылочки снизу, а мы идем дальше. Ха-ха! Рик не успел раздефюзить, прикиньте, угара. Найс, 6-6. Пожалуйста, Кент, попадись мне на нож, пожалуйста. Ну что же, в этом раунде, ребята, М4-1, погнали, мужики. Слушай, имба, у нас даже есть шансы, ну, на победу. Тут есть типы. Ща им кабину развалю. 3-2-1, до свидания. И Кента найти. А, Кент, я понял. Нет! 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 Тычки Хармони! Меня с Хармони забрали! С Хармони! Вот он! Данечек! Харо! Я на Хармони его посадил! Мать моя женщина! Я ухожу с игры! За что мне все это? Братва, я нищий, Хармони накупить! Я даже если продам мои три почки, мне не хватит! Сейчас я наберу Капитонова, что-то надо решать. Алло, Бред! Алло, саламчик, Кентуха, фига ты звонишь мне. Брат, есть проблема, такое? Брат. 44 тысячи голды у меня нет, я нищий, тупо бомж. Брат, можно как-то по-другому решить вопрос? Я готов сделать все, что угодно, брат. Ты про Хармони? Да! Я нищий! Прошу, один раз запусти видео, брат. Прошу, я больше не буду, честно. Слушай, давай, окей, ладно, давай челлендж. Тогда знаешь, что сделай? Так. Открой Хэллоуин стикер пак. Давай. Что? Брат, ну это жестко. Ну это очень жестко. Окей, а что ты готов сделать вместо Хармони? Брат, короче, смотри, я себе китаю жесткий челлендж. Подписчики видят, я не мухлюю, брат. Смотри, прямо сейчас тебе надо назвать просто рандомную цифру от 1 до 11. А на что это влияет, там что может быть? Ну, короче, смотри, или это будет гифтбокс, или это будет шарбокс, или это будет что-то посерединке. Просто скажи цифру, просто. А может гифтбокс? Да! Слушай, ну, я думаю, цифра 6. Я думаю, там будет... 2, 3, 4, 5, 6. Rival Classics, отдай на базу! И, конечно же, брата, открывай. Да блин! Фу, как же мне повезло. Ну, тоже нормально, 800 голдишки. Ай, брат, ну я говорю, это первый и последний раз. Больше я не буду мухлевать. Подписчики тоже, поймите меня, нищий. Ну что же, ребята, а мы переходим обратно в катку. Ох, ребята, как же я обожаю этот замечательный и прекрасный режим. Ох, люблю его всей душой просто. Все, найс! Ха, чел погнюшил. Абовин! До свидания! Не, Мшу, ну так и быть можешь у меня купить. Со скидкой напиши. Походу, если вин. Все, мы выиграем. Да! Мы выиграем! Ура! Да! Мы выиграли! А, так мы слили! О, друзья, так мы слили. Ну, единственное, мужики, конечно, меня забрали с Хармони. Вот это, конечно, пацаны, тильтик жесткий. Ну что же, ребята, а мы перемещаемся в каточку номер 2. О, смотрите! Мне рамка выпала! Рамка! Ребята, хоть что-то хорошее за сегодня произошло, рамка выпала. Но прямо сейчас мы переместились в каточку номер 2. Пожелайте мне удачи. Мужичелочки, я же зашел за кита. Рикардо, сейчас зачем ты за него зашел? А, ну в общем, если не было нового, я по брейну играю. Короче, я сейчас буду просто говорить, где он, и вы будете просто его мочить по ГД. Рикардо за меня зашел! Обалдеть, у нас 3 Дани прямо сейчас в катке. Капитонов, Абовин и вот этот. Ух, тише. Да, Абовин, давай, попади. Ага, хаешки кидают какие-то. Смотри, на ножичек, братика. Хорош. Нет. Отстань. Нет. Стих, опять нож. Как же вы все надоели мне, ребята. Это шут какая-то, опять. Окей, серия на две рандомное число от 1 до 100. И эта цифра 45. Считаем. Фэнг Обсидиан. Конечно же, покупаем. Много мало голдишки на счету, чтобы понимали, мне приходится продавать мои скины. Ох, вот это я сумасшедший. Так, ребят, шутки шутками, но мне уже счет не смешно. Походу, это все Рик руина. Походу, Рик им помогает, да? А можешь сказать, где сейчас Кентуха, куда он идет? Так, он должен быть или на миду, или... А, мне кажется, на миду. Так, мужики, собрались и... Сюда, мой ты маленький. И моя-то малышечка.
Да ты надоел! Опять Стинг! Опять! На виду, на виду, на виду. Смеда идет. Я его в прыжке заберу. Зарезал! Ой, я не могу, моя нервная психика просто вышла из чата. Погнали снова покупать. А, к сожалению, на рынке только один Стинг, поэтому, ребята, мы покупаем опять-таки рандомный ножичек. Ну что же, окей, серия назови рандомное число от 1 до 100. Это цифра 73. Ух. Купили. Так, ребят, в этом раунде я беру фабм. Что я могу вам сказать по этому поводу? Это полная габелла фабм для нубов. Так, это у нас плент Б. Ох, не люблю я карту приз. О, Кен тут, он с КТ-спавна идет, идет с КТ-спавна. Подождите, дам флешку. Я его наказал. О, хорош. Я даже не знаю, где находится плент Б. Обалин! МП-5. Рандомный МП-5. Вперед! Покупать! Ха-ха, как же я люблю рандомные скины. Окей, Сири, назови рандомное число от 1 до 25. И эта цифра... 13, 8, 12, 13. О, пойдет сюда. У Данечка ценочку скина на М40. Уф, неплохо, надо с такого кента забрать. О, калашник романтер 100 треки. Ну надо собраться, я играю 1 на 3, хана я бот. Мне сливаться нельзя. Все, ребят, только победа, только вперед. Это план Б, правильно? Я же правильно пришел? Давайте дефьюзим так, вот так втихаря, пока никто не видит. Давай, прошу, не заметьте, не заметьте. У него хармы и были! Вас только Шокен переиграл, кстати, он, по-моему, раздефал. Чего? Чего? Ай! Я почти его на хармы не посадил! Я раздефьюзил, прикиньте! Фух, вот это мы красавчики. Мне кажется, Рикардо про меня сливает инфу. Вот я вам отвечаю, у меня что-то такое ощущение, что Рикардо говорит им, где я нахожусь. А, Бовин, до свидания, дорогулька, ты моя, на кого ты лезешь? Я перепутал, по-моему. Блин, я вантап кинул, минус 25 вантапом дал. Можешь скин дать свой, у меня дешево просто. Нормально он тебя налечил. За что? За что? Ой, хорошо-то как. Брат, и дефьюз в дыму. Идеально! Все, извин. О, чека скинул нашего братика. Нифига зажим! Нет, он застрял! Ну что же, в этом раунде я беру М4. Не, ну почему бы нет, нормальная пушечка, пацаны, М4, нормальная балына. Так, ребят, кому бы развалить кабину? О, ты можешь мне дропнуть, а то у меня за 20 гулды. Я свой скин отдал. А, это свой? Я дропнул! А, это свой. Ой, блин, я хента убил со скина за 20 гулды. Главное, чтобы мне ее не развалили. Валфордж! Стоп, это же Рарка! Сюда на базу! Не, посмотрите мой тиммейт, это вообще, это прикол какой-то? Чел пол смотрит, мужик! И этого вала нет на рынке! Поэтому, ребята, опять пользуемся слугами Сири. Окей, Сири, назови рандомное число от 1 до 4. Прошу, прошу, прошу! 4! 4! Ха-ха-ха! Элдишечка! Иди сюда, имбулечка! Кто затопал? Кто сюда топал, отвечаю вам! Ой, блин, они повсюду как будто. Я у мамы один, не делайте это. Да что это? Какой еще карникромансер статрек? Ты знаешь, сколько он стоит? Ну блин. О, кентухи сегодня голды не останется, походу. Сколько? Сколько? 1766? Что? Как же это дорого! Перемещаемся обратно в игру. Погнали! Так, ну шо, братан, посмотрите на этого мужчину. Я сразу вижу, жесткая машина. Че вы друг на друга смотрите? Играйте, мужики, играйте! И кто у нас тут? Здорово, брат! Ай, мне кент убил! Здорово, брат! БМВ топ, БМВ это сила. Нет! Нет! Я не успею, бежим! Ребята, к сожалению, мы не успели. Счет 5-3 и наша команда проигрывает. Знаете, почему мы проигрываем? Потому что нас трое, должно быть четверо. Нас какой-то нехороший тиммейт кинул. Просто взял и кинул. Ребят, хэштег неуважение. Че, Данечка, у тебя какой скин? Сейчас жесткий будет за 300 голды. Вот просто сейчас сюда выходит минус кабина. Ничего! А как мне на плент пройти? Там все горит. Ё-моё, Бавин! Опять рандомный АКР! Окей, Сири, назови рандомное число от 1 до 25. Сейчас цифра. 14! Пожалуйста, лишь бы это было недорого. Так, 4, 8, 12, 13, 14. АКР спорт? Да! Ну что, ребята, я чувствую то, что я готов. Я готов, ребята, играть с Авика. Поэтому прямо сейчас я беру жесткий АВМ и надеюсь, я не сольюсь. Пацаны, у меня тут. Чекай, Данек, чекай сюда. Это легендарная эта нычка. О, давай еще побайчу, чтобы он туда не смотрел. Ой, я случайно побайчу. Надеюсь, я не сольюсь. Пожалуйста.
снова некромансер этот долбанный! Да ты надоел! Какой еще опять такой некромансер? Мне не хватает, мне не хватает. Я еще буду продавать скины, чтобы купить заново этот скин. Я просто сумасшедший. Вот вы хоть раз в жизни такое видели? Просто потратил все, что у меня было. Все, и покупаю. Зашибись, 1000 LD осталось. О, пункт А, обожаю пункт А. Я на пункту А всегда тащу. А, у меня стендов вылетел. Алло, что за подстава? У меня стендов вылетел. Ё-моё. Ты уже не перезайдешь, мэнчик. Данёк, ты вдвоем теперь тащишь. Мой тиммейт долетел, я в шоке. До свидания, братух. О, это Рикардо. Держи нос, копчик. Ай, меня Кент убил. Как будто спина. До свидания, BMW это топ. Брат, я дефюжу, я дефюжу. Все, изи каточка, легчайше. Обоин вылетел, ё-моё. Ничего, ничего, обоин, я тебя буду замещать. Сейчас буду разорять вместо тебя, кентуху. Ой-ой, ой-ой. Рик зашел вместо обоина, нет. О, а с нас зашел какой-то их тиммейт. Слушай, круговорот нубов в природе. Им булечка, киберспортивную флешечку. Кого слепит от нуб, нормалек. И, конечно же, минус Рикарди. А, он с другой стороны! Сюда, брат, сюда! О, фига, кентуха! А почему мне не зарегало урон? Сюда! Машина! Ох, ребят, надеюсь, мы и сольемся. Надеюсь, мы и затащим и сделаем это. Сейчас будем... О, найс! Ой, ну как так? Ну как не залетает? Там кто-то есть? Слепой Рикардо вынес! Отвечаю, он там! Брат. Нет! Валуил! Получается, когда ноги жесткие. Это кто? Ой, я случайно затащил! Я случайно затащил! Ой, я помню, зашел. Я только зашел, с нуля килами закончил каточку. Рандомный вал. Окей, Сири. Назови число от 1 до 4. Какая там цифра? Какая там цифра? Я не вижу. 3. 1, 2, 3. Фух, братва, это просто самая разорительная рубрика за всю историю этих рубрик. Это нереально, как же много я потратил этого Белла. Ну что, мужики? Мне 0 очков дали, что? Пацаны, 0 очков за победу. Что ну так у тебя же, там... так ты что, я зашел, братик? Да, ты что гонишь ее? А да. Мне 5 серебра дали, ты видел? Я сколько голды потратил, и всего лишь 5 серебра кэшбэк, а что так мало? Ну что же, мои любимые ютуберы, спасибо большое, что вы пришли ко мне в видео. Но больше я вас звать не буду, что такие скины дорогущие? Да не, кентуха, зови, зови. Мы можем такое каждый день записывать. Что же, мои уважаемые подписчики, прямо этой секунду прожмите лайкусик, если вам жалко меня и просто если понравилось видео. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Подписывайтесь на ребят, на меня, на мой ТГ, на мой Твич. Всем удачи, всем. И всем пока. Пока. Покусики.